Что такое портфолио студента? Это все его работы, которые он выполнял, учась в университете. Это могут быть какие-то расчетно-графические работы, курсовые проекты, отчеты о прохождении практики. Если студент где-то работал, то значит, желательно, конечно, собирать отзывы с этих мест работы. Фотографии, как было до того, как он приступил к выполнению задания на этой работе, и как стало после. Фотография до, фотография после. И все это складывать в отдельную папку. Вначале это в электронном виде, а если потребуется распечатать, то распечатать это. Это мы поговорили о том, что такое портфолио, как его собирать. Теперь мы обратимся к вопросу, а зачем? Сейчас встает вопрос о том, что с одной стороны работодатели жалуются на то, что работников не хватает, а с другой стороны также жалуются работодатели на то, что у работников слишком низкая квалификация на ту должность, на которую они претендуют. Вы, будучи студентом и собирая портфолио, вы подтверждаете свою квалификацию, то, что вы умеете работать, допустим, в графических программах, таких как, например, AutoCAD, Compass, SolidWorks, APM WinMachine, какие-то другие инженерные программы. Вы умеете оформлять документы в Microsoft Word. Вы можете работать с табличными процессорами, такими как, например, Microsoft Excel или OpenOffice Calc. Создавать диаграммы. Умеете делать презентации. Соответственно, все, что я выше перечислил, это может стать частью вашего портфолио. Чем раньше вы начнете его собирать, тем больше у вас будет преимуществ по сравнению с другими кандидатами на ту должность, на которую вы претендуете, когда пойдете устраиваться на работу. С одной стороны, сейчас в России сложилась такая ситуация, что у многих студентов сложилось такое впечатление, что на работу можно устроиться только по блату. Я вам предлагаю сломать это впечатление. Я вам предлагаю переломить эту тенденцию. И с помощью своих знаний, умений, опыта, которые подтверждены портфолио, вы сможете устроиться на ту работу, на которую вы претендуете. А ваше портфолио является тем, что подтверждает вашу квалификацию. Помимо того, что вы еще приносите в момент трудоустройства на работу, вы приносите свой диплом. Поэтому собирайте портфолио с самого первого курса обучения. Кладите туда самые лучшие ваши работы, которые вы смогли сделать за время своего обучения или работы на каком-либо предприятии. Желаю вам успехов. Подписывайтесь на канал. Впереди будут другие видео, посвященные учебе на направлении подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».